Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор столика для эхолота с держателями для спиннинга. Здесь также у нас можно на этой полочке расположить аккумулятор для эхолота. Вот, и посмотрим сейчас, как этот столик устанавливается. Этот УПБ можно зафиксировать вот таким способом, если у вас не передвижное сиденье. Спиннинги в таком случае у нас удобно располагаются. Ваши руки совершенно свободные, вы можете заниматься другими делами. Кроме всего прочего, если ваша лодка оснащена электросом, данный столик можно спокойно установить на этот электрос. В таком случае столик будет передвигаться вдоль борта лодки в удобное для вас положение. Панель для эхолота у нас съемная и крепится двумя барашками. Стаканы для спиннингов пластиковые. Как вы видите, данный столик на данной модели лодки устанавливается немного под наклоном. Это не недочет производителя, просто у всех лодок электрос устанавливается на разный уровень, разные глубины посадки и так далее. Вот. На многие модели лодок данный столик устанавливается правильно, стоит ровно и нет никаких проблем. В данном случае, как выйти из этой ситуации, мы сейчас подскажем. Есть у нас в магазине, также вы можете приобрести крепеж для передвижных сидений, который позволит этот столик выровнять. Для этого с обратной стороны нам нужно просто прикрутить данный крепеж. Прикрутили крепеж. Теперь наш столик, как видите, стоит совершенно ровно. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если понравилось видео. Заказывайте столики. Рекомендую.